Здравствуйте, с вами Дара. Сейчас я вас ознакомлю с лекарственными свойствами первоцвета весеннего. Для этого я буду использовать материалы из книги Алексея Петровича Попова, которая называется «Лекарственные растения в народной медицине». Книга издана в 1969 году. Первоцвет весенний или первоцвет лекарственный. Другие названия – примула, барашки, буковица, ключики, семейство первоцветных. С лечебной целью используют корневище с корнями и листья этого растения. Растет на лугах и среди кустарниках почти по всей территории Украины. Первоцвет весенний – многолетнее травянистое растение 15-30 см высотой. С очень коротким вертикальным корневищем с пучком тонких корней. Все листья собраны в прикорневую розетку овальной или яйцевидно-овальной формы. От корневища отходит один или несколько безлистых цветоносных стеблей с цветками, собранными наверху в виде зонтика. Цветки душистые, золотисто-желтые, с трубчатым, более коротким, чем чашечка венчиком, с небольшим отгибом. Плоды бурые, яйцевидные, многосемянные коробочки. Цветет первоцвет весенний с апреля до июня. Собирают растения с цветками во время цветения, а корневища с корнями осенью или ранней весной. Листья, быстро высушенные при очень высокой температуре, сохраняют до 95% содержащейся в ней аскорбиновой кислоты. В фармакологическом отношении первоцвет весенний прежде всего ценен как самое активное отхаркивающее средство, в 5 раз сильнее синеги. Ценность его как отхаркивающего средства, заменяющего синегу и ипекакуану, уже давно признана научной медициной. Кроме того, он является хорошим мочегонным и витаминным средством. В народной медицине первоцвет весенний не теряет своего значения до сих пор. Простые отвары из него всегда употребляют при бронхите, воспалении легких, а также при коклюше и других болезнях дыхательных путей. При ревматизме препараты из этого растения полезны как болеутоляющее средство при болях в суставах, а как мочегонное при всех болезнях почек и мочевого пузыря. Препараты из первоцвета весеннего применяют при хронических запорах, а также головных болях, в частности мигрени. При гиповитаминозе, то есть при недостатке витаминов в организме, характеризующемся слабостью, вялостью, отсутствием аппетита, бледностью и шероховатостью кожи, разрыхлением десен, помогает порошок из истолченных листьев первоцвета. Это растение не ядовито, поэтому при отсутствии в аптеках препаратов из него можно безбоязненно приготовить их самим. Способы применения. Отвар корней. 20 грамм корней на 400 мл воды. По полстакана 3-4 раза в день. Отвар листьев. 15 грамм на 200 мл воды. Доза та же. Порошок из листьев. Его нужно хранить в закрытом сосуде. 5 грамм или 1 чайную ложку заварить на полстакана кипятка. Через 20-30 минут после настаивания в закрытом сосуде выпить в 2 приема. Лекарственные травы и растения, и в том числе первоцвет весенний, вы можете купить в нашем магазине. Ссылку смотрите в описании. Всего доброго!